Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня на обзоре вот такая вот мобильная игрушка, называется она Black Ops. Я ее играю на планшете, но, к сожалению, я там вам запилил качественный видосик, там хороший у меня аккаунт. Но там, блин, изображение почему-то отстает. Я решил скачать ее на iPhone. На iPhone, на iOS она тоже есть. И поиграть здесь. Как видите, здесь у меня нулевой аккаунт. Я вам сейчас покажу все с нуля. В общем, такая вот игра. У вас есть ваш профиль. Вы можете зайти, как обычно, через Game Center. Тут отображается статистика по вашему аккаунту. У меня, к сожалению, здесь еще ничего не прокачано, но зато я уже получил кейс за выполнение задания. То есть есть три кейса, как видите, отсюда дают и валюту, и чертежи, и прочие плюхи. Вот следующий будет через полчаса. Также есть бесплатная поставка и есть кейсы. Ключик, пламя, газ. Понятно, все good. Так, пятый уровень нам надо наапать, ребят. Пятый уровень. Поехали в снарягу. У меня здесь калашик. Можно на него вцепить обвесики. Реально здесь очень много всего. Как видите, куча разных плюх. Вот можно. Я получил его. Так, редкое. Делаем экипировочку. Отлично. Смотрим, что у нас здесь. Так, с четвертого, с пятого. Пламегаз, мод. Ну, давайте поставим. Так, скорострельность. Ну, надо ставить. Магаз, экипировочку сделали. Есть также про, конечно, но посерьезней, подороже. Также есть на все оружие, на любое оружие есть скин. По оружиям. Автоматы, ППшки, пулеметы. Как видите, очень много. Все открывается с левелом. Дробаши. Также снайпы. В общем, все для удобной, комфортной игры есть. Так, комплекты боеснаряжения. Также есть маски, которые дают определенные бонусы к статам вашим. То есть доп здоровья, там защита. Иммунитеты, защита от снайпа, броня. То есть разные вариации можно получить, как скрафтить. Видите, крафт стоит 200 чертежей. Либо же можно получить с кейсов. Также есть броньки и скины на персонажей. Тут здесь два, и вот такие вот тоже скины есть. Так. С этим разобрались. По снаряге гранаты разные тоже открываются с уровнем. У меня, к сожалению, там 18 левел уже. Там получше будет. Пистолеты тоже. Добавляется новое оружие с каждым левелом. Ножи. Также есть возможность вызвать дополнительную вот ракетницу. Активация в бою 25, щит с пистолетом. Ну, в общем, все, что хочешь. Джаггернаут. В общем, все для вас. Так, режимов, к сожалению, вот есть, кстати, дополнительное за выполнение плюшки. Режимы, я не знаю, мы сейчас их не откроем. Все есть командный захват точки с пятого уровня. Дальше бомба на ножах. Все попозже. Так, командный бой. Можно также получать плюшки бесплатно, просмотрев рекламу. То есть, если хотите. Кейсы с третьего уровня. Окей. Так. Что тут у нас? Есть такие спецнаборы. 300, 100 единиц. Ну, 300 единиц здоровья. Мы пока будем эти использовать, аптечки. Что, поехали? Поехали в первый бой. Командный бой. Сейчас вам покажу. Получать кейсы на кейсы плюхи, то есть ключи, и можно открывать за голду, за донат, либо же играть в катках. За каждую катку я сейчас вам покажу. Вот такой вот интерфейс. В принципе, довольно-таки ничего сложного. Надо, можно присесть, подпрыгнуть. Headshot.
Тройное убийство у батьки. Ну, изначально первые левела здесь, они, я вам скажу так, слабенькие. Дальше повышается лига, когда переходишь в следующую лигу, там посложнее будет. Можно забирать ихние пушки. Поднимать. Я уже просто умею играть, я уже знаю, вот меня убили, я знаю и карты, и дротил уже, поэтому мне попроще, тут нулевые левела, ребята, которые еще толком не играли. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Вот, поэтому здесь мне проще. Игра кажется, что очень легкая, но дальше, когда повышаешь кубки и получаешь дополнительные усиления. Вот, неплохо двоих вырубил. Еще одну гранатку закинем. Также можно использовать радар. Вы можете определять с помощью радара, если вам видно в углу на карте, есть те, кто находится. Маловато жизни у нас. Первые кубки они легенькие, весь движ начинается потом. Они там макают так. В общем, такая вот мобильная игруха, ну реально, поразвлекаться, поиграть с друзьями, тут командные бои тоже можно устраивать, клановые бои. Тоже довольно-таки неплохо. Так, не понял. Ах ты, падла. И посмотри на него, заныкался. Хорош, да? Хорош я. Лови гранату. Как я вам? Вылазь. Вот калаш третьего уровня уже. Не то, что у меня, он у баса второй. Премиумные пухи очень хорошие. Ну, в общем, здесь разнообразия хватает. Подротить, поиграть. С друзьями можно. Кто тут у нас? Не понял. Перезарядочка. Понял. Где вы, друзья? Это тебе я отомстил. Надо было гранату закидывать. Ну вот, в общем, как-то так. Ну, поначалу, если вы играете, еще надо немножко побегать, разберетесь. В принципе, довольно-таки неплохая игруха. 20 убийств, вот так вот. Чит так. Можно X2 получить, либо же есть такая вариация, как премиум, за которой вам дают улучшенные плюхи в 2 раза. То есть увеличение 200%.
Карт здесь тоже хватает. Аэропорт, доки, катка, стройка. В общем, очень много разных вариаций. Но пока мы на мелком левеле. Так, минус один. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ничего себе. Ничего себе. Видали? Дикие жесткие. Стреляй! Лови гранату, падла. А, сверху завалили. В общем, не знаю. Я вот начал играть недавно CS-ку. Скажу так. Подротить, поиграться можно. Откуда, блядь? Радарчик. Ай, надо было хилиться. Надо было хилиться, ребятушки. Я вам скажу. Телефону очень даже неплохо играть. Получше будет. На, сучка. Держи от батьки. Ну, тут, когда апгрейдишь пушки, намного все интереснее. Так, ну что, мы затащим эту каточку? Мы должны ее затащить, ребятушки. Ай-яй-яй-яй-яй. Минута 12. В общем, блин, для выбора, честно скажу, очень много оружия. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Надеюсь, мои не сольются. Хедшот, камшот. Еще 213 секунд.
Вот как-то так, ребятушки. В общем, думаю, буду вам показывать дальше, прокачивать на своем. Возможно, видео снимать с планшета уже. Опять 20 убийств, опять читак. Вот третий уровень у нас активировался. Тактический жилет мы можем улучшить, добавить ему немножко броньки. Также здесь возможность есть купить наборы. Ну, опять же, это за донат. Кейсики. Вот, открылись у нас наконец-то кейсы. Такие вот кейсы у нас есть. Обычный кейс, редкий, легендарный и элитный. Тут вы можете получить как плюхи, так и скины на шмотки и на... точнее, обвесики, потом эти... Вот оружейные обвесы можно получить, части чертежей, скины на пушки, пушки сами, вот легендарные кейсы и донатные кейсы элитные. Здесь за элитные плюхи вы можете получить. В общем, вот так вот. Давайте, у меня есть 70, давайте вот обычные кейсики пооткрываем с вами. Вот обычный кейс, кредиты и обвес. Кредиты. Вот видите, обвес. Поехали, еще один. Вот чертеж на элитный шлем. В общем, таким вот образом вы можете бегать по разным... Ну, здесь пока не все открыто. По разным режимам. Это у нас открылся. Не открылся. У меня только командный режим открыт. И задротить, набивать кубки. Открывается потом есть 6 лиг. Открываются лиги, вот регион у меня стоит Европа, и уже дротить с другими игроками посерьезней, с нормальными обвесами. Ну, а пока, как видите, там себе гранатку кинул. И чё, блядь? И чё, решил тут на батьку напасть, что ли? Что это там такое было? И тут где-то... Ай, он с дробашом. Дробаш хорош, хорош. Ну, опять же, дробаш только впритык стреляет. На далекие дистанции он какаха полная. Так, что-то я не понял, а что они все бегут с той стороны? Это я не понял, ребятушки. А кто-то тут у нас такой бежит? Здорово. Четырех подряд. Ну, ясен красен, если они в первой лиге, они не знают еще, кто куда бежит. Я точно так же сам первый раз тупо сливался на всех. Вовремя перезарядку сделаю. Ну да, конечно, бро. Брось! Пистолетик. Видите, у него уже с глушачком. Не знаю, сколько я тут килл уже сделал. Но они, конечно, бегают бессмысленно, просто тупо вперед.
Пробивать отсюда. Искать какую-то пуху. Ну хоть так. Хоть так он меня убил. Нихера себе. Ну чё, ребята, нифига себе, как это они к нам в зад зашли? Каким хреном? Ну, тут для снайпера очень неплохая позиция. Они вообще не бегают наверх. Странные какие-то. Ну, в общем, вот как-то так. Такая вот игруха. Я вам покажу уже следующие режимы, когда пройду дальше на телефоне, потому что с планшета реально очень плохо играть и записывать. В общем, вот так. Пишите комменты, что вы думаете, кто играет. И до новых встреч. Всем удачи, всем пока.